Приветствую, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Продолжаю дальше сборку КамАЗа. Подготовил к покраске кабину. Поставил решетку с буквами КамАЗ, как видите. Также сразу не заметил, в кабине было очень много утяжин. Потом обратил внимание и сразу же их зашпаклевал. Использовал для этого жидкую шпаклевку. Чем понравилось, капельку капнул, и она сразу заполняет вот эту вот неровность. Получается как заливочка, ровный слой. Ну там если немножко выступает, наждачкой легонько прошелся, и все отлично сравнивается. Вот, также, как видите, сделал маски на двери, на стекла. Стекла буду приклеивать жидким стеклом от фирмы Plastmaster. Посмотрим, как она будет держать стекла. Ну, надеюсь, получше клея. Заднюю стенку кабины буду задувать краской Tamiya XF19 Sky Gray. Вот такой цвет будет. Ну, а уже саму кабину буду делать зеленого цвета. Ну, как бы посмотрел фотографии в сети интернет, что практически во всех КамАЗах кабина внутри обшивка светлого цвета. Или серого, или светло-серого цвета. Ну, в светлых тонах. Поэтому и мы будем делать точно так же. Раньше я думал, что кабина в армейских КамАЗах зеленая, но есть камуфляжная, но только уже, наверное, в современных КамАЗах, которые сейчас применяются в российской армии, и то не во всех. Но встречал на фотографиях и камуфляжную обшивку. Ну, начнем красить. Ну, перед покраской клеим задние стекла. Потом будет через лобовое стекло видно черный контур. Поэтому мы сразу, пока он у нас есть, клеим стекла.
покрасил кабину. Вот так вот все получилось. Подождем, пока просохнет, и можно начинать собирать. Можно снять маски. Сейчас просохнет и будем собирать кабину. Собираю потихоньку кабину. Вот что получается на данный момент. Вот и жидким стеклом буду приклеивать лобовуху. Вот так стало стекло хорошо. Теперь подождем, когда это жидкое стекло засохнет, и начнем собирать дальше кабину. Пока все подсыхает, снимем маски. Собрал, друзья, кабину. Вот что на данный момент получается. Также обнаружил один неприятный косяк. Опять же, фирма ICM. Сделано так, что двери, как видите, плотно не закрываются. И остается вот такой вот выступ. Левая, что правая дверь. Одинаково. Вот. А что не дает ему? А не дает двери плотно закрываться. Вот это вот окантовка двери. И даже если тут как-то вырезать, то здесь уже мешает сама панель. Вот. Так вот. Получается. Да и вырезать это. Главное, КамАЗ похож на КамАЗ. Ну, вот такой вот момент. Так что, кто будет делать, может, даже делайте с открытыми дверями. Ну, в принципе, кому как нравится. Я сильно не придираюсь к этому. Ну, на этом буду заканчивать эту часть по сборке кабины. В следующей будем уже красить КамАЗ полностью, кабину и кузов. Спасибо вам, друзья, за просмотры. Спасибо, что комментируете мои работы. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Всех благ вам и вашим близким, друзья.